Ремонт сразу трех реанимаций проходит в Люберецкой областной больнице. Строители провели демонтаж старой проводки и кафеля, расширили дверные проемы, приступили к отделке стен современным антибактериальным материалом. Согласно проекту, выполнена перепланировка помещений. Это позволит оборудовать еще два новых реанимационных зала. Идет обустройство этих реанимаций, потому что необходимо соответствовать порядку оказания помощи, стандарту оказания помощи и соответствовать коечному фонду. Количество коек увеличится, оно будет равно 30. В настоящий момент оно развернуто на 24 койки, то есть мы прибавляем еще 6 хирургических коек и 6 мы добавим еще коек для пациентов с инфарктом, с острым коронарным синдромом. Реанимации будут оснащены современным оборудованием. Здесь установят аппараты ИВЛ и другие системы жизнеобеспечения пациента. Ремонт помещений завершат до конца года.